Цілий день Андрій чекає свого виходу. Втім, хлопець ані трохи не хвилюється, адже він вже має чим пишатися. Його реп створив справжній фурор в інтернеті. Одною произведение, которое я сегодня покажу, это моя авторская песня, с которой я участвовал на «Украина, мой талант онлайн» и победил. Більше 12 тисяч чоловік проголосували за композицію Андрія на сайті «Україна має талант». Мой талант оценили, это дает больше уверенности в себе, в том, что ты делаешь, в том, что ты творишь. Я сегодня пришел не просто как бы участвовать, победить, донести до людей свою мысль. Здравствуйте. Меня зовут Андрей, я из города Киев, мне 21 год. Чем пришли? Я пришел читать рэп. А кто вас поддерживает? Меня пришли поддержать мои друзья, мой отец. Ничего себе у вас друзей. Больше, чем у нас в зале, мне кажется. Что ж, тогда не подведите своих, свою группу поддержки. Если готовы, выступайте. Готов. Я расскажу тебе правду, захочешь — верь, захочешь — нет. Но это все на самом деле, это не сон. Это все твоя реальность, курение губит, а наркотик вены травит. Сидит мальчишка 7-8 лет, напротив папа курит едкий дым сигарет. Пускает в легкие, выдыхает он из кашля. Туберкулезом он уже заражен. И этот школьник идет прямо в магазин, он покупает пиво и табачный дым, но продавщица ни слова не говорит и на вопросы отвечает: мне же надо жить. И это правда, и ты знаешь это, что деньги сейчас решают все на планете, и государству наплевать на ваши беды, ведь их волнует только прибыль, а не дети. А сколько наркоманов, вы мне скажите? А все ведь только потому, прошу, не врите, сажают только тех, кто малой масти, больших тузов крышует наша власть. А сколько взяток, сколько стоит кресло, чтобы купить себе мандат на это место? И сколько стоит вертолет, который взяли? И сколько из бюджета вы не досчитали? А сколько же страна кредитов взяла на соцпакеты, пенсии до ветеранов? Но эти деньги пошли ведь не на них, а на крутые дома и на 5 машин. Когда живем мы на гроши, мечты убиты, а им так нравится смотреть, как мы разбиты. Когда готовы за копейку отдать им душу, а вариантов больше нет, хочу ведь кушать. А вы скажите мне, пожалуйста, что обещали, когда на выборах всех вас мы выбирали? Зарплаты выше и пенсии понадежнее, но это все вранье, и вы ведь тоже. И с каждым годом только слышно, как стало хуже, и мелкий бизнес начинают под корень рушить. Проверка за проверкой, и денег мало, да сколько можно же нас грабить? Вы задолбали, поразрушали вы заводы, колхозы, фермы, чтобы взамен себе купить большие стены. Попродавали все чертям, и вам не стыдно? Давайте будем же людьми, а не будем быдлом. И что я вам хочу сказать напоследок, что можно все-таки вернуть, чтоб наши дети гордились нашей страной и нашей верой. Ну помогите хоть немного, вы наши мэры, и я уверен, что наступят те времена, когда правительство заботится о тебя. И этот мир, это все твоя страна, твоя же родина, это все твоя судьба. Я спочатку, Андрій, знаєш, в мене була посмішка, абсолютно, ну, неадекватна тексту. Мені здалося, що ти якось або пародіюєш Діму Масюченка, у вас схожі манери, да? Але десь уже після середини я зрозумів, що мені це до лампочки, тому що в тебе, ну, текст, який б'є просто по обличчю. Ви є громадянина. Спасибо.
я сподіваюся, що це не гра. І що це чесно і звідси. Да какая это смелость? Извини меня. Сейчас выйти и спеть, прочитать такой рэп. Крутый текст, звичайно. Я больше ничего не хочу. Андрей, спасибо. Я даже скажу больше. Если честно, наверное, только сейчас я впервые услышала настоящий рэп. Вот, наверное, так и должен звучать. Смелый. Не в бровь, а в глаз. Под дых просто. Я дивився у ваші очі і зрозумів, що кожне ваше слово викрикується від душі, від щирого серця. І ви таким чином також і трансформували моє сприйняття. Я вас за це шаную. Просто ясно. Тоді голосуй. Я останній. Ты останешься? А, хорошо. Да. Я говорю «да». Видно, это кош так. Я говорю «да». Понимаешь, почему я захотел последним? Я так и не полюбил рэп. А 3D тебе дают право пройти дальше, поэтому мой голос ничего не решает. Поэтому я говорю «нет, но проходи дальше». Спасибо вам большое. Спасибо. Ты идешь дальше. Чудо перевоплощения, когда выходит, и мы все так, ну, улыбаемся, ну что, неприятный голос, неприятная манера, и вдруг этот... Такая честность, да, такая верность. Да. Ну, рэп ведь это то, что должно действительно, ну, резать без ножа.